сорт острого перца Sugar Rush Red. Переводится как сахарная лихорадка красная. Этот сорт относится к виду Capsicum baccatum. Этот перчик родом из Южной Америки. Вот такие вот, смотрите, красивые какие плоды. Куст просто усыпан. Самого куста можно собрать до 400 плодов. Плоды довольно крупные. Сейчас я вам покажу. Вот, смотрите. Смотрите, какой размер плодов. Я надеюсь, будет видно, потому что солнце сильно светит. Вот какие плоды. Очень большие. Созревает он вот такого вот кремового, желто-кремового цвета до красного. Кусты просто усыпаны. Посмотрите, я вам покажу. Смотрите, какое большое количество плодов. А начинают они созревать с нижних рядов. Вот они имеют такую вот сморщенную форму. Если посмотреть, подождите, вот такие вот кончики у них кривые. Вот он, видите, кремовый. А потом с кремового переходит на оранжевый. И с оранжевого уже на красный. Очень плодовитый сорт. Посмотрите, какое большое количество. Плодов просто очень и очень много. Вот такие вот плодики. Видите, какие, какую форму еще имеют. Очень крупные. Высота кустов от 70 до 1,5 метров. Острота у этого перца от 100 тысяч до 210 тысяч. Это довольно острый сорт перца. Срок созревания у него от 100 до 110 дней. Этот перчик относится к таким среднеострым сортам. Плоть у него очень-очень плотная. Вот. Хрустящая. Его можно собирать в таком вот недозрелом виде. Либо полностью зрелом, уже красном. Если его выращивать в открытом грунте, он будет давать вам очень высокие урожаи. Его также можно выращивать и в комнатных условиях. Но в комнатных условиях высота куста будет в пределах 70 сантиметров. Ну, плоды могут быть немного поменьше. Это тоже многолетний сорт. Вкус этих плодов сладковатый, с цитрусовыми нотками. Вот, да, такой красавец. Посмотрите, ребята, какое большое количество у него плодов. Вот, сейчас вам покажу. Вот, смотрите. Куст просто усеян. Усеян плодами. Очень-очень большое количество. Очень урожайный сорт и довольно острый. Кто хочет приготовить себе вкусный соус, советую вам этот сорт. За счет того, что у него очень большой урожай. Выращивайте такой сорт у себя дома, и он будет радовать вас большими урожаями. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видеообзоры перцев и томатов.